Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео хотим показать вам, где и как мы проводим лечение наших рыб и карантин небольшого количества вновь прибывающих извне на примере обработки хлорамином Т от жаберных сосальщиков. В этом аквариуме у нас сложилось несколько нелистовых пар, и пришло время переместить некоторых из них в нелистовик. Но прежде мы всегда обрабатываем рыбу от жаберных сосальщиков, чтобы не иметь проблем с этими паразитами у малька как можно дольше. Кроме того, у нас есть рыбка с поджатой жаберной крышкой, но это мы обнаружили позже и добавили ее в карантинник. А вот и он, старенький джеба на 60 литров. В нем AirLift с вставкой из керамики. Термометр показывает температуру 29-30 градусов. Помпа подачи воды в верхний самп, обогреватель и дополнительный распылитель воздуха для интенсивной аэрации. Сбоку сделаны отметки 20, 40 и 60 литров. Объем измеряли, наливая воду литровой кружкой. Необходима точность для дозировки лекарств. Давайте заглянем в верхний самп. Он очень маленький, но в нем лежит лава и отлично работает. Вот две нелистовые пары отобраны. Блю-даймонды и блинчики. Извините, пиджины спотит. Осматриваются, делят больничные койки, а теперь подсадили реально больного. И ему объясняют, что все места заняты. Но из аквариума не убежишь. Тем более, что уже внесены 7,2 грамм хлористого кальция шестиводного и 5,58 грамм питьевой соды, гашенной кипятком. Все вносилось в виде водных растворов, частями, за 4 раза с промежутками 10 минут по таймеру. В 5 часов вечера будет внесен раствор хлорамина Т, тоже в виде раствора и тоже частями. Утром в 9 часов рыбу пересадили в нелистовики, а третьего лишнего вернули в его аквариум. Вот их уже кормим и будем ждать результатов. А вам спасибо за просмотр и лайки. Подпишитесь и ждите следующих видео.